Итак, приветствую всех, с вами Старый, и мы продолжаем залипать в Rust. Сейчас я тут перекусываю. Вот, как вы видите, персонажик у меня такой, ничего, так одетый, обутый, там все дела. Гопник какой-то ушастый. Вот, значит, с момента последней игры, последней серии, изменилось довольно многое. Ушли мы на другой сервер играть с товарищем, потому что там что-то нам как-то не везло. Постоянно нас там пинали, убивали, унижали, разрушали наше жилище. Вот, поэтому нашли сервер с небольшим онлайном относительно. Ну, относительно, он небольшой. Что уж тут говорить-то. Вот, отгрохали себе хоромы, которые я сейчас продемонстрирую. В общем, разбираемся тут. Строимся, разбираемся, что к чему. Будем дальше пока что здесь играть. Так. Пытался я вчера серию записать, записывал долго, нудно. Но почему-то она не записалась. Короче, вообще неудача полная произошла. Ничего. Ничего не записалось. Поэтому вот сейчас вот заново. Так, все, ладно, вроде бы поели. Выключаем костер. Вот, значит, такое вот у нас местечко. Это наше вот местечко было, когда мы сюда только появились на этой карте. Мы вот здесь очутились, скажем так. Это скалы были, заночевали. Ну, а потом решили все-таки сделать здесь уже нашу базу. Вот перекрыли входы-выходы. Так, относительно. Ну и вот, собственно говоря, наш домик с нашими всякими полезностями. Тут вот у меня конопля растет. Так, что у нас тут? Ой, наплавилось у нас тут. Писец просто. Сколько всего наплавилось? Кошмар. Так. Так, 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 так. Вот отлично. Так, а дерева у меня нет. Дерево надо будет сюда еще закинуть. Вот такой вот домик. Вот ворота тут у нас. Лампы там, все дела. Все хорошо. Домик каменный. Полностью ставни. Вот можно посмотреть на горы. Вот эти горы — это единственный здесь ресурс, где добывать можно камень, потому что его больше нигде нет. Там рабочее помещение, все дела. Так, это кровать моя. А тут у нас спит товарищ. Он вчера нажрался, вот голой ночью приперся домой и упал мимо кровати. Только сапоги на нем были. Что с ним произошло, я вообще не знаю. Как проснется, уже второй день спит. Как проснется, наверное, что-нибудь скажет интересное. Вот такая небольшая экскурсия по нашему новенькому домику. Так, тут у нас всякое барахло. Так, кстати, надо бинты взять. А то меня тут волчатина сожрала. Конкретно так. Так. Здесь вот у нас всякие полезности хранятся. Так что такие вот пироги. Вот так мы тут разжились. Что касается ближайших планов, у нас тут есть несколько поблизости домиков, которые, короче, надо будет зарейдить. Вот тут у меня еще одна деляночка вот растет. Вот. Но для того, чтобы их зарейдить, смотрите-ка, какая-то скотина сюда все-таки стучалась. Очень интересно, что же это за сволочь такая?
Так, вот опять я убежал, забыл эти. Тут у нас ничего нет. Так. И сейчас еще, помимо всего прочего, необходимо мне придумать себе какую-то антирадиационную защиту, потому что те, скажем так, места, где я побывал, ну пока это только одно место у нас, скажем так, техногенное, вот в районе вот той вышки, там меня радиация шарашит с такой силой, что просто пипец. Поэтому надо что-то с этим придумывать. Вот. Ну, как бы такое небольшое вступление про нашу новую жизнь на новой карте. И думаю, что увидимся мы с вами немножечко погодя, когда я что-нибудь интересное найду, создам и прочее. Так что не отключайтесь. Итак, дамы и господа, продолжаем. Значит, побегал я тут, пособирал материалы, покрафтил там всякую фигню, скрафтил себе пушку, винтовку себе и товарищу. Вот, значит, что у нас сейчас на повестке дня? На повестке дня у нас сейчас крафтится большие стены, и значит, мы будем делать что? Мы сейчас обнесем забором наши добывающие заводы и будем строить надземный переход от нашей базы к этим самым добывающим заводам. Сейчас, пока крафтятся заборы, я пособираю еще дерево, потому как оно нам пригодится для постройки. В общем, посмотрим. Хочу такую тему замутить. Что из этого выйдет, увидим. Срубил тут уже половину всех пальм на берегу. Ну ничего. Вырастут новые. Думаю, в скором времени, после данных от построек, которые мы тут осуществим, надо будет сделать ракетницу и пойти там взломать все-таки пару домиков, посмотреть, что там такое. Так, ладно, пока рубим тут, бегаем. Так, забор у нас почти скрафтился. Дерева я набрал, думаю, достаточное количество. Сейчас закинем сюда нефть сырую. Так. Вот так вот сделаем еще. Все, пусть она перерабатывается у нас в топливо. Ну что ж, ворота я сделаю потом. Немного погодя. Потому как нет шестеренок у меня. Так. Угу. Так, то есть сюда это дело нельзя у нас поставить, да, ну. Типа слишком близко к этой. Ладно. Хорошо. Значит, будем ставить так. Оп. Ну,
Да, десяточек это, конечно, я погорячился. Я думал, мне хватит. А мне этого нифига не хватит. Так, вопрос такой. Нет, вопросов больше нет. Это удалить мы не можем. Пойдем. Нет, так, надо будет сначала ворота сделать, а потом уже. Так что идем вот в эту сторону. Ставим забор вот в эту сторону. Ну давай, 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 давай. Так, ну, стоп, а может быть тут сейчас будут у нас шестереночки, нам, может быть, попадутся все-таки. Хотя это маловероятно. Наборы для шитья вообще жопа. Брезент. Брезент. Охренеть. Давай джекпот. Ну, ладно, джекпот не вышел. Так. Да, тут, скажем так, обносить-то придется. Ой-ой-ой, как. Ну ничего. Так, вот здесь вот еще нигде не поставится, да, этот заборчик-то у нас. Не, блин, нигде не поставится. Ну ладно, тогда. Тогда, конечно, получается, что смысл от этого забора теряется. Ну, в школе начали. Сделаем. Блин, еще и голодать начал. Так, все, да? Ух, ё-моё. Ай, блин! Вот больно как. Ладно, здесь никто не пролезет, это самое главное. Придется сделать кое-что еще потом. Так, хорошо. Бежим. Жрать, значит, пока не сдохли с голоду. И начнем изобретать нашу постройку. Основное мы уже построили, то бишь забор как ориентир, скажем так. Этого нам хватит, чтобы начать. Чтобы начать наше строительство. Так, значит, берем план. Другой план. Вот этот. И приступаем. Приступаем воротить фигню полнейшую. Так, треугольный пол. А где треугольный фундамент? Ступеньки для фундамента. Треугольный фундамент. Слушай, а чё так плохо-то? Это неинтересно.
Это неинтересно. А я не могу сломать, да? Как так-то? Ой, ё-моё. Чё ж ты вот сюда-то не встаёшь? Вот последний кусочек оставался. Плохо. Плохо, плохо, плохо. Потому что... Ё-моё, еще и ночь наступает. Вообще что-то непруха какая-то. Так, о, ништяк. Так, теперь стены. Отлично, получилась у нас вот такая вот штука. Так. А теперь еще нам что нужно? Лестница нам тут, наверное, не поможет, да? Никоим образом. Угу. Так, значит, надо попробовать сделать приставную лестницу. Так. Где эта штука-то у нас? Ай, веревка нужна. Ладно, пойдем за веревкой. Так, вот такая вот башня. Она еще пока маленькая. Надо ее еще выше делать. На один или на два этажа. Вот тут улучшил. Тут у меня теперь такая зона. Барокамера. Выходишь, открываешь одну дверь. Закрываешь, открываешь вторую. В общем, на случай, если кто-то захочет сюда проникнуть. Так, веревка. Веревку берем. Пригодится. Это не туда пошел. Быстро как стемнело-то. Так, крафтим. Крафтим нашу лесенку. Посмотрим, что из этого выйдет. Как она вообще будет выглядеть. Угу. Так, тут мы ставим стену. Тоже. Тут нам нужен дверной проем. Теперь вот очень интересно. Пол. Ах ты ж. Ёшкин матрёшкин. Ага. Не работает. Я понял. Да, конечно, это лучше делать днем. Ну и, конечно, в конце концов можно из этой
башенки замутить просто. Просто смотровую вышку. Где-то самолет летит. Так, так что здесь получается у нас, получается, что нам надо вот эту штуку разобрать. Да, не хочет он у нас. Так, смотрите, светает. Так, значит, надо строить здесь тоже стену. Так, стену. Лестницу. Так. Я от своей идеи пока что не отказываюсь. Пока что. Так, ну, в принципе, не нужно здесь окно, потому что будет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что же я сделал-то? Так. Нет, эта штука тут не строится. Тогда ага, и тут она тоже не строится, потому что не за что держаться, да? То есть совсем не строится. Смотрите-ка, тут строится. Ага. Блин.
Так, ну вот получается у нас такая смотровая вышка. На что, правда, тут смотреть, да? Так. Что у нас тут? Дела-то как с больницами обстоят? Так, камни закончились. Печально, печально. Я вообще, конечно, думал, что можно будет замутить такую вот хрень. Ну, вот, как видите, нифига подобного. Так. Что у нас тут? Что у нас тут? Стоять. Есть еще камень, есть еще. Отлично. Кое-каких материальчиков набрали. Да. Ладно, надо продолжить тут строить наш заводик, скажем так. Тут заводик, ну. Понятно, короче. Да, блин. Глупость, по-моему, какая-то. Ну ладно. Глупость это наше все. Поэтому хочешь не хочешь, а теперь уже придется завершать постройку данной вот данного сооружения, огораживать этот лагерь, наш временный рабочий лагерь. Уф, ну это займет много времени. Отлично, шестеренки, это хорошо. Шестеренки это хорошо, но то, что их мало, это плохо. Сырая нефть. Так, ладно, тогда давайте увидимся, ну, скорее всего, уже в другой раз. Потому что такая получилась серия вроде как ни о чем. Ну, там экскурсия по новому дому. Но больше ничего интересного сделать не получилось. Ну, кроме вот этой нашей затеи. Я, кстати, наверное, еще там пару этажей подниму. Этой вот конструкции вышки смотровой. У ништяк шестерни, надо делать ворота, 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 ворота. Так, ну, ладно. В общем и целом, тогда будем заканчивать. Это был Раст, с вами был Старый. Всего хорошего, до новых встреч. Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки, комментарии. Будем развивать это дело вместе. Всего хорошего. Пока.